Для фрезерного станка GMD1 приобрел такие вот простенькие тиски. Но у этих тисков нет фиксации относительно стола фрезерного станка. И поэтому при каждой установке тисков на стол приходится долго выставлять по индикатору тиски относительно стола. Значит, для этих тисков я сделал сухарики, которые закрепил снизу тисков. Эти сухарики плотно входят в пазы стола фрезерного станка. Вот, значит, ставим тиски на стол. Даже не будем закреплять. Ставим плоскопараллельную пластину в тиски. Индикатор подводим. Пластину ставим. И подводим пластину к индикатору. И начинаем двигать пластину вдоль стола. Стол покачивается, потому что фрезер установлен на тумбочку, а тумбочка стоит на колесиках, и поэтому качается все. Вот отклонение в пределах 1 сотки.